Палиндром. 11-я миссия. Это у нас, ребята, игра, которая называется Redeemer или Возмездие. А с вами Рэй, и мы продолжаем играть. Так, мы с вами в каком-то, я не знаю, подвале, что ли, находимся. Опа-на. Смотрите-ка. Ну, здесь, в принципе, ватники стоят. Иди сюда. Так, отлично. Так, оглушили его. О-о-о, тихо, тихонько. Всей кучей тут лезут ко мне, понимаешь ли, а? Против шоковой дубинки не попрешь, это однозначно. Так. Что? Ага, что-то у нас тут слишком много дверей. Сюда нельзя пройти, ладно. Давайте взламывать тогда. Да, действительно, какие-то, как я не знаю, подвал или что-то в этом роде. Вентиляционная шахта, ну что-то такое. Оу, ну тут уже стоят голубчики. Так, давайте. Оп, оп. Нормуль, здесь мы разобрались. Это пока еще фигня. Жалко, у меня ключ кончился, но мы подобрали с вами новый. И, как видите, всех тут разбомбили. Так, я уже думал, тупик. Нет, все у нас тут отлично. Куда мы, интересно, двигаемся, а? Так, стоит, наслаждается. Давайте тихое убийство сделаем. Нам за это, как говорится, тихо, что там у него лежит такое? Ага. Разводной ключ. Ну что ж, в принципе, неплохо. Пригодится нам. Будет тут еще орать мне, а? Так, свеженький ключик. Так, этого надо втихаря. Довольно неплохо вышло. Пускай. Тихо, тихо, тихо. Ну, все-таки. Оу, а вот уже пошли и покрепче, ребята. Вот это вот плохо, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй, надо сматываться. Ух. Жесткач происходит просто жестко. Да ты достал уже своими ладошками тут хлопать. Как, понравилось тебе, а? Черт подери. О, добиваем. О, шикандос. Так, все, ребята. Оу, ну все, я так и понял. Вначале были ватники, а теперь пошла элита. Блин, не успею, не успею. Когда вот они двое, это очень плохо. Блин, даже блок не помогает. На. Все-таки я его перехватил. Ну что ты там брыкаешься? Ты смотри, что делает, а, подлец. На меня запрыгнул. Ну-ка, добиваем. Я уж думал, он его туда вниз кинет. Но нет, просто об забор головой. Ладно. Там у нас с шоковой дубинкой. Ну, здесь у нас обычные стоят. Оу, набежало-то вас тут сколько. Ядрить вас на корень. Так, ладно, давайте. Вставай, Василий, хорош. Блин, ну когда их, конечно, много тут. Тоже проблема не дают. Все, как ни странно, очень быстро разобрались. Ну, я так понял, у нас ворота только эти. Так, подожди. Ага, вот, вот здесь. Ну что ж, пойдем посмотрим, что у нас там будет далее. Это все биохимические отходы. Здесь растворяют группы подопытных. Плавать не советую, иначе быстро можешь откинуть копыта. Спасибо за совет, я уже так и понял. Ядрить вас, а еще и с пушкой там. Так, отлично, пока хорошо. Блин, нож кончился сейчас. А, уже кончился. Так, дайте мне разобраться с вами. Ничего себе там. Чувачка-то я киданул неплохо. Не думал, что так можно делать. Но, как видите, все, зашибись. Так. Блин, я не знаю, застрелить его, что ли, блин. Блин, главное мне самому бы не упасть-то туда. Добиваем. А то, я так понимаю, будет сразу кирдык. Так, ножичек. Ножик, это хорошо. Для ближнего боя, я считаю, нож это самое то. Так, что у нас тут? Это называется из-под тишка. Оу, ё-моё, вот это да. Так, давайте. Вот так. Ё-моё, он не дает мне делать добивание. Все время сбивает. Тихо, тихо. Черт, у меня жизнь уже мала. Бульк расплавился. В кислоте.
Кто-то тут еще стоит. По-тихому его. Опа. Зашибись. Так. И... ага. Какого лишего? Я ж тебе ножичком-то чпокнул, а ты еще, оказывается, живой. Так, отдыхай. Всех тут почикаю. Блин, тихонько, ребята, тихонько. Очень мало хп. Выстояли. Так, а куда же нам дальше-то надо идти, а? Неужели сюда? Да елки ты палки. Сколько вас здесь? Ну-ка. Давай, 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 давай. РБ. Что там за РБ? Я что-то не понял. А, это, видимо, оружие там лежало. Так, ладно, ну пока неплохо все идет. Жизни у нас половина. Так, давайте с ключом пойдем. О-о-о, тупик. Неужели здесь надо идти по трубам, а? Точно так и есть. Стоять, смотрите. Прохлаждается, а? Что ты там машешь? Блин, опять этот здесь в экзокостюме своем. Терпеть не могу. О, добиваем, ребята. Отлично. Так, может быть, лучше нож взять, нет? Пойдем-то. Оу, пар. Так. А, он ничего нам не делает, ребят. Я думал, знаете, как во многих играх. Пар обжигает. Оу, щет. Сколько вас тут? Тю, летит пташечка. Да, разборки просто опупенные. Так, ты задолбал тоже своим стволом-то стрелять мне. Так, и последний у нас тут остался. Не хочет никак сдаваться, давайте вот так. Опа, добиваем. На. Мы, ребят, считайте, восстановили себе полностью жизни. Ну, там немножко, конечно, хватает. Так, потихоньку. Опа, опа, отдыхай. Что-то мне не нравится. А, пропалили, ладно. Как говорится, в бой идут одни Василии. Тихо, тихо, тут надо как можно чаще прыгать и уворачиваться. С этими ребятами шутки плохи. Они мне сейчас быстренько тут все мое накопленное хп отнимут. Опачки, приплыли, блин. Да что ж такое-то? Ну вот я вам, ребята, об этом и говорил. Все, жесткач называется, пошел. Так, вот этого надо добить. Отлично. Так, еще один минус. И вот у нас тут последний остался. Ну давай, 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 отлично. Все, мы его пере... Ах ты! Добивка. На отмашь называется. Так, продвигаемся с вами далее. Что здесь? Здесь их, ё-моё, ну это ватники. Это мы их сейчас быстренько разберем. Так, сделано в Китае, я получил достижение. Тихо, 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 тихо. Шокерная дубинка, то что надо. Я не понимаю, вот он в блок встает, этот, который в костюме. И я даже шоковой дубинкой не могу его пробить. Надо вот этого добить, блин. Он сейчас очнется, ребят, не успею я его, наверное. А, нет, успел, успел. Обычно он, когда очухивается, то добивание уже невозможно. Да ты зараза такая, а. Ну, о! То, что надо. Так, вот так вот. 9 патронов, шоковая дубинка у нас в руках. И мы с вами спускаемся куда-то. Что нас здесь будет ожидать? Что это такое? Так вот, как выглядит прогресс. Ё-моё, это что такое, ребят? Это что такое? Нажмите ЛБ, чтобы парировать врага, когда он мигает красным. ЛБ. Понятно. Так, где он? Оу! Тихо, тихо, тихо. Это какие-то супер новые солдаты, ребят. Таких раньше не было. Что они делают? Я пока ума не приложу, но вы посмотрите. Они практически не про... и бьют-то как... Ё-моё. Ядрить. Вася, 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 Вася. Давай, 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 давай. Накапливай хп, это жесть просто какая-то. Ух, где же оружие-то? Ничего нету здесь, не лежит поблизости. Вот так вот. Я теперь понял, что такое парировать, когда они красные. Но почему-то не всегда срабатывает.
Жаль, конечно. Ну, оп, все, я врубился. Добиваем. Да что такое? Опа, что-то я ему там не впечатляет. Просто вырываю провода, и они готовы. Так, ну что, ребята, я вам скажу, что пошла определенная жесть. Если у нас появились уже новые какие-то супер-кибер-солдаты, можно их так назвать, то чего ожидать в дальнейшем? Так, подождите, это же, по-моему, одно и то же, да? Что, с той стороны я поднимался? Да. Здесь ничего толкового нету. Ладно, давайте туда-сюда спустимся. И я смотрю, там уже какие-то цели агрессивно настроены. Так, они с шокерами, да? А почему ворота не открываются? А, тут еще пульт. Что-то я не врубился. А, все, все нормально, ребят, все отлично. Так, чекпоинт. Вот это вот самое приятное, что могло бы быть, это чекпоинт. Не придется начинать все заново, если на худой конец мы погибнем. Хо-хо-хо. Согласитесь, было изумительно сделано сейчас. Лезет он еще. Воу-воу-воу. А этот у нас с ножом тут, я смотрю, да? Буянит. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Как тебе? Вот. Возьмем, наверное, ножичек, да, с вами? Да посвежее. Да, это более-менее. Хорош, орать, иди сюда. Опа. Так, три удара, ребята, нужно ему сделать, чтобы как бы его в отключку. Так, значит, моего ножа буквально на 4 удара хватает. Хоч. Опа. Да я просто какой-то, я не знаю. Любой маничелло будет отдыхать по сравнению со мной. Так, поворачиваем, наверное, здесь. Ё-моё. И мне сейчас придется к ним выходить, да? Минус один. Так, а этот со стволом был. Да они тут все с пухами. Ты успокойся, а, парнишка. Просто наотмашь. Ё-моё, что это такое? Я все-таки переборол. Так, давайте возьмем пистолетик. Че, погоди, я немножко не врубился. А что тут надо делать? Так, ну эта платформа, тут ничего нету. Странно, тут тоже ничего нету. Ага, вот что. А, выдвижные мостики, ясно. По-тихому. Иди сюда. Какие-то инженеры, что ли, я так и не понял. То есть такие в оранжевых комбинезонах. Но нас это не должно волновать. Нас должно волновать наше, как сказать, безопасное прохождение игры. Сюда. Так, этот лезет на рожон. Все, отлично. Так, РБ. Ага, опять мостики. Ну что ж, давайте сюда пройдем. Что-то тихо-тихо хотел сказать. Ага, было когда-то тихо. Черт, тут со стволом. Нервирует меня, ребята, если честно. Оу-оу-оу-оу-оу. Ё-моё. Долгоман... Давайте поменяем. Еще и с той стороны там. Слушайте, вот это уже какая-то жесть идет. У меня и пушки-то нету больше. И еще на той стороне, смотрите, стоит хмырь. Я, наверное, это зря сделал. Добиваем. Ножичек, спасибо за нож, хотя бы так. Ё-моё, тут... Ну-ка, тихо, тихо, тихо. Ух, шикарно получилось. Даже не ожидал, что так выйдет все. Ну, тут надо быть на стрёме. Опять чекпоинт, это хорошо, ребята. Довольно все так шустро и быстро у нас проходит. Как говорится, не заскучаешь. Оу, только не эти, это же новые роботы, да? Киборги эти, да, их две штуки здесь. Пора нафиг отсюда, наверное, сматываться, ребята. Эх, там пушка лежит. Эй, ю, какого хрена тебе нужно? Эй, ю, блин. Оу, сейчас мне придется, ребята, побегать здесь изрядно. Щет. Ёлки-палки, все, у меня жизнь это практически... Нафиг отсюда сматываемся.
Дайте хоть что-нибудь. Так, пистолет, отлично, давайте их бомбить. Да, эти ребята-то не из робкого десятка. Черт. А, я думал, втихаря не получилось. Так, смотрите. Они почему-то не идут далее. Странно. Опа, пистолет. Давайте-ка еще, наверное, пару голов снимем. Да, они мало того, что они хорошие бойцы, так они еще и живучие. Так, еще один пистолет. Опа, тут еще РБ есть. Вот это нежданчик. Тут что, несколько путей, что ли, получается? Да ядрите его на корень. Все со стволами. У меня очень мало жизни, и я подняться не могу. И если они сейчас ко мне сюда прибегут, это будет финиш. Да черт подери, ребят, все. По-моему, приплыли. Ладно, чекпоинт недалеко, если что, перезапишемся. Почему я не могу отсюда выбраться? Опа, она и еще что ли РБ? Еще один мостик. А тут-то у нас кто? Оу, тут все со стволами. Двоих сразу же. Да куда ты стреляешь? Вася, ну, Вася, ну. Опа. А вот эта вот штучка очень даже хороша, ребята. Калаш, он мне пригодится. Ну что ж, давайте постреляем теперь в этих щепушков. Где еще? Еще один тут стоит. Готов. Так, у тебя винтовка нормуль. Слушайте, тут винтовок-то как раз хорошо. Так, здесь нам не пройти. Ну, это, видимо, у нас такие были комнатки, так сказать, для накопления оружия. А вот этих вот уже говняков мы вот так вот будем с вами расстреливать. Хе-хе. Блин, надо сходить, наверное, еще за стволом, потому что черт его знает, что там будет впереди. Так, давайте возьмем, сколько здесь? 18 патронов. Мне должно, наверное, хватить. Так, идем сюда. Тут, кстати, ножи. Что тут только нету, а? Дубинки. Так, а, ну здесь мы с вами разобрались с ними. Так что здесь все у нас чисто. А куда идти? А, вот. Вот они, ворота. Побежали. Опять эти туны. Тихо, тихо. Оу, это свежий у нас. Ну, точнее, новый вид воина. Теперь, я так понимаю, они будут здесь везде появляться. Блин, да что ж такое-то? Ё-моё, кончились патроны, как не вовремя. Черт подери, ну до чего же они мощные-то, а? Так, ну, добиваем, добиваем его. Опа-на, готов огурец. Так, что у нас тут? Только лишь мачете доступно. Блин, я в этих люках уже запутался, если честно. Куда тут нужно идти? Я надеюсь, идем мы в правильном направлении, потому что тут еще отворотка. Черт его знает, куда. Так, здесь у нас тупик. И смотрим. Ну-ка. Блин, хотел по-тихому, не получилось. Ладно, с этими мы расправимся. В принципе, это обычные. Ну, и в экзокостюме. Добили. Замечательно, иди сюда. Мне твоя дубинка нужна, шоковая, обязательно. Нет, вот так вот мы лучше сделаем. Так, пистолетик. И тут, смотрите, стоят, разглагольствуют. Ё-моё, да ладно, вы издеваетесь, что ли, блин? Блин, понавыбегал, а? Черт, давай возьмем так. Ну, иди сюда. Оу, целая армада их тут бежит. Минус один. А этих нет, этих никак не взять. Так и будем сейчас, наверное, с вами по кругу бегать и как-то с ними справляться. Блин, мне бы какое-нибудь оружие элементарное. Так, так, добиваем. Еще, как говорится, минус один. Да что ж ты творишь-то, а? Где пушки, где стволы, блин? Ничего нету. Блин, окружают. Ага, стреляет, значит, у тебя. Так, там пистолет от него остался. Ну что же, можем, в принципе, с вами, знаете, что вот так вот сделать?
Оп, а теперь молись своим богам. Черт, да что ж ты не упал-то? Опа-на, а какого лешего он пробил мой блок? Вот это было очень интересно. Я стоял в блоке, он взял меня своей мачете и пробил. Хм. Тихо ты, нафиг! Оу! Чуть-чуть не попал в заварушку. Точнее, я попал, просто вовремя успел кувырком оттуда выбраться. Тупик. Так, 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 подожди, подожди. Что-то я заплутал. Чет. Вот они психи, они бегают гораздо-гораздо быстрее, чем обычные те солдаты. Ну и, как видите, дамаг они наносят тоже колоссальный. И лишний раз тут, как говорится, испытывать судьбу не стоит. Так. Перебили. Блин, а добить-то не дали. Ну, когда их тут, извините меня, трое, как вы видите, особо сильно ты не разгуляешься. Что ж ты будешь делать? Так, одного можно добить. Да что ж ты... Почему он не смог сделать суперудар, а? Ну, не суперудар, а добивание. Так, дайте мне дубинку, что ли, я, наверное, взять ее. Так, подожди, куда этот один там... Один куда-то отбежал. И об них, кстати, очень быстро ломается орудие. Да ну нафиг, хорош. Черт подери, а. Ну, как так можно было попасть? Блин, надо их как-то плутать, я не знаю, блин, отхиливаться. Все, ребята, у нас пока... Ну, отлично. Добиваем. Готов. Готов огурец. Так, и надо будет еще раз как-нибудь так провести. Не получилось, к сожалению. Парирование это. Так, ну-ка. Вот уже другой разговор. Добиваем. Ух! Блин, да это офигеть можно, ребят. Вы сами прекрасно видели, да, как я их сейчас долго разбирал. Ну, в принципе, по одному-то можно было бы, конечно, и быстро, но втроем, когда они с двух сторон, с трех зажимают тебя, прибыл, нафиг, называется, не запылился. Добиваем, ребята. Нафиг. Так, мачету поменяем. То мы с вами бегали спокойно-спокойно по этим шахтам. Тут уже, как видите, да ладно, вам опять тут эта шайка-лейка выбежала, а? И их тут двое. Естественно, я выбегаю, где можно побегать. В узких коридорах я не буду с ними драться, потому что это проигрышу сопоставимо. Так, надо его... Ага, видите, вот он очнулся, кстати, в разы быстрее, чем обычный солдат. Так что их, получается, надо как можно быстрее добивать, пока он в отключке. Ну, если есть такая возможность, конечно. Ну, давай, 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 давай. Я хочу подловить, но... О, успел. Успел, но... Продинамил, конечно, момент. Просто тут не знаешь, когда он сработает, когда он не сработает, блин. Вот сейчас не получилось, как видите. И это может печально для меня сложиться. Щет, 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 щет. Ё-моё, блин, о. Так, вот, срочно. Да что ж такое-то, я не могу понять, почему не добил-то? Жесть какая-то, блин. Он хотел его добить, но он почему-то то ли очнулся, то ли что. Ну-ка. Сейчас все нормально. Ух, справились. Слушайте, я так и буду, что ли, туда-сюда бегать из-за каких-то двух-трех воинов, которые довольно причем сильные. Да, жалко, конечно, что здесь нет, знаете, как во многих играх, микстуры какой-нибудь там, которую попил, опять бежит. Опа-на, а с какого перепуга с двух сторон-то? Эй! Мы так не договаривались, блин. Блин, опять мне придется бегать. Я просто к ним еще, ребята, не привык, поэтому, как бы, грубо говоря, мне приходится просто туда-сюда бегать, хотя бы справиться с ними. Я думаю, вам тоже не очень интересно смотреть, если я буду тут по 33 раза переигрывать этот уровень. Ну, отлично. Сейчас добил, все отлично получилось. Почему в те разы не получалось, ума не приложу. Так, 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 так. Ну, с одним-то мы сейчас справимся. Все, иди сюда, лопух. Иди сюда. Вот так. И добиваем. Шикарно. Все, мачете у нас нулевая.
Хотелось бы, чтобы этих уродцев больше здесь не появлялось. Мне вот очень интересно знать, куда мы с вами вообще держим путь по этим шахтам. Смотрите-ка, пока ничего не... О, лестница! Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск и продолжим уже в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч!